У нас сегодня день ГАИ, поэтому я на велосипеде. Чтобы не рисковать, кто знает, что у них там на уме. Вот такой у меня велосипед электрический. Я на нем еду. Вот таким образом. Тынц. Как показала практика, отличное транспортное средство. Жми только на ручку и ворон не лови. Так вот мы ездим на наших велосипедах электрических. За молоком ездим. Ну а с нашими любимыми инспекторами ГАИ встречаться желания особого не было. Техосмотры. Медсправки, страховки. А почему не то, а почему не так? Короче говоря, лишние вопросы. Это не в городе, что там можешь ездить. Тут остановят на этой дороге по-любому. Будут. А где огнетушитель, вдруг спросят тебя? Вот за это я люблю такую технику. Велосипедного типа. Что-то впереди повизгивает. Наверное. Дисковый тормоз. Давно я на нем не катался. Я сегодня уже тут ехал. Снимал нашу. Деревню беззаботную. Че, экологически чистый транспорт? По экологически чистой дороге. С экологически чистым водителем. Одной рукой, конечно, неудобно, но у меня специальной петлицы нету такой, чтобы можно было закрепить телефон и ехать спокойно. Поэтому терпите уже. Вот так. Одной рукой, конечно, неудобно все это делать, но показать хотелось. Сделаю, может, шорт, а может, все выложу.